Алло, Владик, я уже к тебе подъехал, давай, выходи. Всем привет. Мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. В себя до сих пор еще не пришли. Мы в грошике не можем найти майонез даже. Здесь народ такой, не понял, это же в России, только у нас такого нет. Нет. Короче, а что, в магазине вы все купили? Нет. Ничего. Они еще не ходили. А, вы просто загрузиться, я понял. Маску одел, пошел, все, ты защищен, ты бессмертный теперь. Первый ниндзя. Второй. А, не ниндзя. Нет. Уши горят. Мы только еще подошли, а у кассира уже уши горят. Представляете? Отправляемся в путешествие. Какое? Ну, узнаете, посмотрев фото и видео. А другие люди приходили к нам. Собственно так начинается наше второе путешествие в Клипачи. Погнали!